предотвратили распространение огня. Сегодня в садовом товариществе «Труд», расположенном на Фермском шоссе, загорелся дачный дом. Пламя заметили соседи и вызвали пожарных. Они справились с возгоранием в считанные минуты. Нафиса Минязова выяснила предварительные причины возгорания и узнала, почему владельцу дачи пожар, возможно, был даже на руку. Садовод шла, прибежала, сказала, вот, дом горит. По словам владельцев соседних домиков, первое произошедшее возгорание увидела председатель садового общества «Труд». Она и поспешила сообщить о случившемся пожарным и горячую новость соседям. Последние, в свою очередь, переживали за свои дома, ведь огонь мог перекинуться и на их собственность. Владельцы рядом стоящих дач печальные вести рассказали хозяину горящего дома. Мужчина приехал быстро, но за постройку не переживал. Говорит, начал ее разбирать, чтобы построить новый дом. Так что огонь ему в этом даже немного помог. Прибывшие на место огнеборцы с пламенем справились быстро, успела сгореть только крыша. К счастью, никто не пострадал. А из-за чего могло разгореться, не знаете? Не знаю. Может, замкнуло? Как предположили соседи, наиболее вероятной причиной возгорания является неисправная или поврежденная электропроводка. При разборе дома хозяин не отключил его от электроснабжения. Нафиса Минязова, Константин Бушуй, вызов 112.